Нет необходимости создавать специальную комиссию для расследования инцидента в Вандяо. Об этом сообщил в администрации ОАР Сянган. Согласно заявлению, беспорядки в районе Вандяо четко квалифицируются как тяжкий акт насилия, по которому полиция уже ведет уголовное расследование. Администрация особого административного района еще раз отметила, что в Сянгане существуют все демократические законодательные инструменты для решения социальных вопросов, а насилие в обществе всегда будет наказываться уголовным преследованием. На данный момент все разрушенные дороги восстановлены. Как сообщают владельцы магазинов, в районе Вандяо количество туристов снизилось на треть.